Мне сейчас прям смешно рассказывать, но я первый раз попробовал алкоголь, в том числе пиво. Угу. Первый раз я попробовал его лет в 28, в 30. Как так получилось, что у тебя не было интереса? Или вот почему ты... Знаешь, я думаю, что я пару раз испугался отца, когда он был пьяный. Хотя, опять, я повторюсь, батя был, не был агрессивным. Но просто большой, ну, может быть, в детстве, может, какая-то травма была. Я не переносил на дух пьяных людей. И как биолог сам, понимая какой-то вред, я, то есть, не мог допустить этого для себя. Возможно, влияние мамы. Мама беспокоилась, я не хотел сделать, ну, как-то... Как-то так повелось вообще и в семье, и все. Я всегда говорил, я не хочу. Я, может быть, громогласно в подростковом возрасте говорит, я не хочу, как папа. Там. Хотя, опять-таки, сейчас понимаю, что папа абсолютно очень редко выпивал, не так часто. Ну, он, конечно, напивался до беспамятства, но был мирным абсолютно. Он приходил и просто падал. Просто когда ты ребенок, у тебя глаза больше, ты меньше, и тебе кажется, сейчас, встретив выпившего человека, с высоты моего роста я увижу, там, ну, старичок. А если ты ребенок, у тебя, как по киношному, да, у тебя камера расположена ниже, и все кажется страшнее, чем больше. Есть на самом деле, да.